Сегодня во всем мире отмечается День без табака. Каждый 10-й взрослый человек на Земле умирает от болезней, вызванных табакокурением. Снизить эту печальную статистику и помочь отказаться от вредной привычки призваны профилактические акции, которые по традиции проводятся 31 мая. В Волжском, к примеру, в этот день все желающие смогли обменять сигареты на полезные молоко и сок. Подробности у Екатерины Караваевой. Бросай курить! Сейчас бросай! Здоровые ряды вставай! Ценю я жизнь свою, потому и не курю! Этот лозунг стал лейтмотивом акции. В центре Волжского все желающие смогли обменять сигареты на молоко и сок. Большинство горожан охотно расставались со своими пачками. И, по их мнению, отказ от вредной привычки даже на сутки уже достижение. Во-первых, в пользу здоровья, во-вторых, в пользу наших будущих детей и будущего нашего поколения. По статистике, в России курят 60% мужчин и 20% женщин. Поэтому результаты мини-опроса, проведенного на улицах Волгограда, нас несколько удивили. Большинство горожан оказались людьми некурящими. И более того, у них нашлась масса аргументов, чтобы отказаться или вообще не прибегать к этой пагубной привычке. Почему вот вы не курите? Ну, во-первых, это вредит здоровью очень сильно. А во-вторых, я думаю, это выглядит не очень красиво, когда девушка курит. Вред здоровью, расходы какие-то, время на это нужно тратить. Исходя из того, курит девушка или нет, сразу видно, о ней складывается впечатление, какая девушка. Что вас подвигло вообще бросить курить? А зачем курить-то? Ну, почему вот вы решили? Ну, заболел, пришлось, так и бросил. Заболел и бросил. Это, пожалуй, наиболее распространенная причина отказа от курения. Заядлые курильщики знают, но не хотят осознавать всю тяжесть последствий, которым ведет регулярное употребление сигарет. Разрушаются легкие, барахлит сердце, появляется одышка и другие недуги. Еще страшнее, что сигареты приносят вред некурящим людям, тем, кто находится в одном помещении с курильщиком. Каждый день 15 тысяч человек умирает ежедневно от того, что употребляет табак, и около 1000 человек ежедневно от сопутствующих заболеваний, связанных с табакокурением. То есть это от вторичного употребления табака, то есть это пассивные курильщики, те, которые вовлекаются, так сказать, в процесс курения вместе с активными курильщиками. С 2009 года в областной наркодиспансер обратились 50 человек с просьбой избавить их от тяжелой табачной зависимости. Однако эти люди скорее исключение из правил, говорят медики. В большинстве случаев желание затянуться очередной сигаретой воспринимается лишь как вредная привычка, не более. А между тем, курение – это самая настоящая болезнь, которая требует систематичного и комплексного лечения. В основе лежит, конечно, психотерапия. То есть необходимо создать определенный микроклимат человеку, который хочет избавиться от курения, и поощрять его на отказ от курения. Это должно происходить, это должны об этом говорить не только специалисты. Об этом должны говорить коллеги на работе, об этом должны говорить друзья, знакомые, родные. Вот. И, безусловно, существуют также еще и медикаментозные препараты. Конечно, проблема борьбы с табакокурением комплексная. Для ее решения необходимы не только усилия медиков, но и государственные меры, как, например, запрет на употребление сигарет в общественных местах. А такие акции, как «День без табака», это еще один шанс для курильщиков раз и навсегда бросить пагубную привычку. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».